Не всегда так было. Я был, в общем, отличным парнем. У вас проблема? Зовите Джимми. Беда? Зовите Джимми. И что я с этого поимел? 15 лет среди ребят, которые готовы сосать друг у друга за пачку сигарет. Скажем так, я был уборщик. Убирал дерьмо за ребятами, у которых не хватает ума самим подтереться. А потом меня самого подтерли. И как я раньше не догадался. С другой стороны, у меня было время подумать, кому стоит отдать долги. Сегодня, сегодня будет отличный день. Следующий.